Прошлую субботу в Олимпийце прошел однодневный турнир по мини-футболу среди участников АТО. В турнире приняли участие команды Репкинского района, Менского района, города Чернигов и ВЧ-30-41, город Славутич. Матчи проходили в упорной борьбе, 1/3 закончилась ничью, хотя фавориты все же были команда из города Чернигов. А вот борьба за второе и третье место разгорелась не на шутку. Последнем матче турнира. Сначала достаточно уверенно повели в счете футболисты Менского района и выигрывали после первого тайма 2-0. После перерыва настроились футболисты ВЧ-30-41 и пошли ва-банк. И ближе к финалу сравняли счет 3-3. Но футболисты Менского района за минуту до окончания игры все же победу вырвали. 4-3. На торжественном закрытии приветственные слова произнесли почетные гости турнира. Організатором данного турніру, як і його засновником, є соціально-психологічний центр міста Славутича, що проводить цей турнір спільно з відділом молоді та спорту, який фінансує даний захід. Огромное вам спасибо за участие. Сегодня был для вас турнир не для всех команд легкий. Особо хотелось бы отметить, ну лично для меня, конечно же, нашу команду ВЧ-30-41. Ребята, вы молодцы, вам чуть-чуть не хватило, чтобы занять второе место. Огромные вам удачи, крепчайшего здоровья вам и вашим семьям. Ну и чтобы было мирное небо над головой. И вам огромное спасибо за вашу работу и за то, что вы сделали для страны. Тем, что уже турнир состоялся, вы все молодцы, потому что я так считаю, что победителей нет, вы все победители. Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы в вашей жизни были только мирные, только спокойные бои вот здесь, но именно на спортивных площадках. Чтобы не было у нас в стране проблем, и мы с вами встречались действительно только на соревнованиях. У нас уже є старожили, які беруть участь кожен раз. Але є команди, які приєднуються. Ми раді вітати як старожилів, так і нових команд. І головне, мені здається, не лише зайняті місця вами, але й спілкування між командами, між людьми. І приїжджайте наступного разу, ми будемо вас також щиро вітати. І до нових зустрічей. Лучшим игроком турнира был назван Шупилов Владислав, капитан команды Репкинского района. Третье место выиграли в упорной борьбе ВЧ-30-41, город Славутич. И, кстати говоря, они забили больше всего мячей – 9. На втором месте футболисты Менского района. А победили футболисты из Чернигова. Специальный приз от магазина «Минск. Мужская одежда» получили все участники турнира, а социально-психологический центр наградил команду, которая преодолела наибольшее расстояние для того, чтобы принять участие в турнире. Единственное, жаль, что слишком мало было зрителей. Безусловно, болельщиков не хватало. Надеемся, организаторы учтут это к следующему турниру. А он точно будет. И уже юбилейный под номером 5.